Мисс Грузия 2010 сегодня стартовал кастинг самого престижного и популярного в стране конкурса красоты. Кастинг проходит в офисе организаторов конкурса модельного агентства Image Center. Принять участие в отборе могут все желающие девушки в возрасте от 17 до 25 лет и ростом не менее 168 сантиметров. Национальный конкурс красоты пройдет в три этапа – регистрация, кастинг и финал. 20 финалисток будут отобраны 16 июля, а имя Мисс Грузии 2010 назовут 1 августа в Батуми. Обладательница короны отправится представлять нашу страну на конкурсе «Мисс Мира». Первая вице-мисс получит шанс стать мисс Вселенной, а вторая вице-мисс будет представлять нашу страну на конкурсе «Мисс Интерконтиненталь». В этом году у нас партнером является компания «Уздел», которая учреждает главным призом очень симпатичный автомобиль «Deo Matisse», который будет являться, естественно, дополнительным стимулом для конкурсанток. И в течение этого месяца мы проводим регистрацию. Все девушки красивые. Дело в том, что вот, которая выиграет нашу машину, для нас будет очень... так хорошим делом.